Тысячи туристов эти выходные устремятся в американскую столицу. В Вашингтоне зацвела вишня. 3000 вишневых деревьев были подарены Вашингтону мэром Токио еще в 1912 году, как символ дружбы между Японией и США. Сегодня краткий момент цветения японских вишен стал общенациональным праздником, который каждый год посещает около миллиона человек. Вашингтонский фестиваль вишни не имеет четкой даты проведения. Его объявляют открытым, когда расцветают 70% вишневых деревьев. В этом году это произошло на 3 недели позже обычного.